Детская спартакиада по нескольким дисциплинам прошла в Барнауле. Ее приурочили ко Дню народного единства. Мероприятие проводят уже в 13-й раз. За это время выросло множество мастеров спорта. А ведь у многих первые шаги начинались с праздника спорта, который проходит сразу после соревнований. То есть они читают клятву, и их посвящают взрослые. И они становятся, то есть до этого они ходили, как обыкновенные дети, а теперь они становятся уже настоящими спортсменами. У них есть значок, вымпел. Когда-то так посвящали и Людмилу Шибаеву, а сегодня она гимнастка года. Оттачивает свое мастерство спортсменка ежедневно. Несмотря на плотный график, от выгорания не страдает. Помогает в этом смена целей на тренировках. Например, я пришла на первую тренировку, у нас 7 дней в неделю тренировка. Вот, я прихожу на тренировку, мне там говорят, вот, сегодня должна сделать то-то, то-то. Я делаю это, прихожу домой, там делаю уроки, потом на следующую тренировку прихожу, делаю то-то, то-то, другое, и вот так неделю. Но главное для начала – загореться. Для этого для детей и родителей провели показательные выступления около 10 федераций спорта. Среди них, к примеру, гимнастика, теннис, борьба. Вообще в Барнауле самыми популярными считаются единоборства. Мы проводили мониторинг именно занятий, всех видов спорта. И, значит, самый массовый у нас вид спорта – это дзюдо. Есть, допустим, профиль не только дзюдо, но и самбо. Соответственно, дзюдо-самбо – оно у нас идет как двойное вид спорта. Соответственно, из-за этого и количество. Всего в Барнауле спортом и физической культурой занимаются около 300 тысяч горожан. К тому же это число постоянно растет. Способствует тому сотни спортивных мероприятий, которые проходят ежегодно. Данил Кузнецов, Алексей Фризин. День с толком.